Дубасик сразу берет Джейд. Так. Ну, Бенджамин пока не экспериментирует. Берет Кун Лао. Привет, Филин. Добро пожаловать. Ребят, всем добро пожаловать на стрим, если вы сейчас присоединились. Сейчас у нас будет сет Дубасик против Бенджамина. Лучший игрок Дальнего Востока Бенджамин против именитого Дубасика. Гоу, погнали. Счет 0-0. До 10 побед. Так. Хорошо, отзвонится пока Дубасик, но не собирается он зонинговую дистанцию держать. Угу, бросочек. Ты достал первый удар, не достал второй. Второй раз не сконфирмил Бенджамин. Зад шляпа. Ты сошла всеми тремя ударами. Ой-ой-ой. Блин, не сконфирмил. Черканул Бенджамин. Пока что перетыкивается. Так, тут подсказывает, что это самый лучший пик против Джейд. Кун Лао. Хорошо, найс, конферм от Дубасика. Вверх 3, выбирается Бенджамин. Ох, как шляпа достала. Конферм, есть конферм. И, блин, чуть-чуть драпанул. Можно было там убить. Эх. Можно было там убить. За счет Fatal Blow. Ну что ж. Тем не менее, тяжеловато. Так. Опускает на второй удар Бенджамин. Ах, почти заифпанишил мидом. Бросок вперед. Так, ауру заряжает Дубасик. Есть, мид заходит. Ресет. Ресет такой получился. И бросок назад. Бен против всех. Лучше Бен против мира. Хорошо. Найс. Крашен блоу залетает. Ой-ой-ой, боль. Так, и бросок. Нет, рвет бросок. Хороший апперкот. Лучший апперкот в игре. Погнали. Ножки-то сейфовые. Вот эти вот ножки у Кун Лао. Опускает Бенджамина. Блок-то опускает не вовремя. И найс! Найс! Как в эту дырку залазит сейчас Бенджамин при помощи Fatal Blow. Он прям знал, куда лезть. Он знал, куда лезть. Напоминаю, что Бенджамин также играет за Джейд, поэтому знает, куда лезть. Ну что ж, это буквально спасло его сейчас. Армор сработал ровненько. Ровно на тот удар, чтобы пиксель ему оставить. И тем не менее... 1-1 по раундам. Апперкот. Угу. Медами жмет пока что Бенж. Хорошо. Харона, да, Харона было бы интересно увидеть. Ой-ой-ой-ой. Как не ожидал этого Дубасик сейчас. И бросок назад. Угу. Пока бросок. Стандартная техника. Еще пока. И квик-хоп, красавчик. Лоу залетает от Бенджамина. На мите Лоу залетает. Ой-ой-ой. Пиксель повисает в пикселе и убивает при помощи бруталити. Да. При помощи бруталити Бенджамин забирает первый бой. 1-0. Ну что ж. Он был на грани поражения в этом бою. Во втором раунде в частности. Но тем не менее. Вообще каким-то чудом и знанием фреймдаты Бенджамин вытащил этот бой. Кто там говорил, что это... Что изи вин будет для Дубасика? Ну, не такой уж прям изи. Сколько раундов выигран за экраном, мы не видим. Сколько раундов выиграно, почему вы не видите? Все видно. Хатей, привет. Все видно. Я же плашки специально так расположил, для того, чтобы количество раундов было видно. Выигранных. Так. Угу. Это шляпа. Ух. Вторым ударом залетел. В контрхит чем-то лез Дубасик. Угу. Ой, найс. Отлично. Завис в воздухе, наказал Дубасик. Ауру включает. Мне плевать на твои проджектайлы. Так. Хорошо. Есть бросочек.
Всяк с ключом. Бывает, Косей, бывает. Угу. Так, рестенд, бросок, дубасик сейчас был. Найс! Вот это да! Бенджамин, флавлес блок и вверх 2. Прекрасно, прекрасный флавлес блок вверх 2 был. И сконфермил ведь, но там дропнул в конце, конечно, но тем не менее. Ой-ой-ой-ой-ой. Прессит через эти ножки дубасик и убивает. Забирает раунд. Хрен выберешься. Угу. Найс, апперкот. Свифпаниш. Эх, дубасик опоздал. Свифпаниш чуть-чуть буквально. Ножки, ножки. Вот эти ножки, это ад на земле. Нет, не выпрыгивается вообще никак, но тем не менее бросает Бенджамин в угол. Это его шанс. Еще бросок, но промахнулся. Так. Новые локации? Да еще ничего не известно. Никаких официальных объявлений не было. Найс. Отлично сконфермил Shadow King дубасик. Ох, Crushing Blow, это смерть. Нет. Но пиксель, пиксель. Тут уж камбэкнуться вряд ли удастся, да. И это 1-1. Так. Ножки отлично заходят у Джейд. Особенно в углу, видите. Когда Джейд вот ножки эти пихает бесконечно. Тяжело выбраться. Там бросок, не, о, бросок говорю. Прыжок, выпрыжка не поможет вообще никак. Так. Привет, Блэк Кайзер. Добро пожаловать. Но пока что Бенджамин без экспериментов. Все еще за Кун Лао. Ух, как лоу, интересно. Пропускает Бенджамин. Размен. Хорош. Оверхедом ударил. Быстро, быстро. Так. Конферм. Ой, сейчас эти ножки будут Бенджамину страшно сниться. Ножки, оверхед пропускает Бендж. Так. Найс конферм от Дубасика. Ой, прекрасный конферм от Дубасика. Отличный конферм с воздуха. И Перри пихает, но не успевает наказать Бенджамин. Пока приземлился. Так. На славу Бумбасика. Сюда-сюда. Угу. О, господи, прилетела шляпа. Так, ауру не спешит ставить Дубасика. Ох-ох-ох. Как неожиданно, а? Видите, вот в чем проблема вот этого телепорта у Кун Лао. Дело в том, что он по анимации, он как будто шляпу кидает, ну, как будто прожектайл делает, а на самом деле телепортится. И поэтому, видите, и поэтому так тяжело с этим телепортом среагировать, потому что, ну, анимация дурит. Если бы он просто телепортился, то это было бы проще реагировать. А он шляпу кидает, и как будто он кидает шляпу, и ты думаешь, что он прожектайл кидает. А он телепортится, и как, и пока ты поймешь, он уже на другой стороне окажется и ударит тебя. Хорошо. Угу. Рестенд. Так. Ой-ой-ой. Прессит дубасик через эти ножки. Найс! Хороший флавлес блок, но промахнулся сейчас фатал блоу своим Бенджамин. Потому что брейкэвэй помог. Буквально дубасик из этого фатал блоу буквально убежал каким-то чудом. Так. Ну что ж, 2-1 в пользу Дубасика. До 10 побед. Только за грязного Бенджамина, да? Бенджамину надо сейчас разобраться, как из этих ножек... Ну, точнее, он-то знает, видите, как из этих ножек выбираться. Просто это требует очень хорошего экзекьюшена. В том плане, что последний удар надо флавлес блочить и вверх 2 наказывать полный комбой. Но это надо подолбить. Так. Четвертый бой. Угу, хорошо. Внезапно врывается медом сейчас Бендж. Так.
Ух, как встречает. Дубасик. Держит дистанцию. Хороший вифаниш. Хороший вифаниш. Так, тоже на вифанишил Бенджамин при помощи дайв-кика. Контер залетает только так. Лоу пропускает. Ох, вифаниш, блин. Дубасик сам не ожидал, что дропнет Бенджамин, поэтому не успел наказать. Тут не выйти, Эврикин. Ну, бывает, бывает, что поделать. Два делать можно и быстрым ударом наказать. Так, ну, там тяжеловато, на самом деле. Можно в контер сожрать в легкую. Ну что ж, забирает раунд Дубас. D1 бросок, не работает техника. Хорошо, найс. Отличный конфирм от Дубасика. Так, аура. Еще бросок делает Бенджамин и наказывает за это Дубасик. Крашен блоу получил, но брейковей сжигает Бенджамин. Метра нет, нифига нет. Открыт для прессинга полного. Ой-ой-ой, оверхед. Хорошо, выбирается Бендж. Ему бы метра, конечно, подкопить. Паниш. Это смерть. Это смерть. Да. Там еще и чип был бы. Да. Да. Ну что, пока 3-0. Простите, 3-1. 3-1, конечно. Первый бой это Бенджамин выиграл. Ну, не то чтобы тот еще прессер, просто у Джейд, видишь, вот с этими ножками проблематично выбраться. Джейд Кунлау. Верит в своего Кунлау Бенджамин все еще. Бенджамин совсем расслабился. Ну, я бы не сказал, что прям совсем расслабился, но... Видно, что вроде знает, что делать, но как бы читает его противник. Почему на ПК не играем? Потому что на ПК нету игры. Ну, лично у меня нет. Ой, вверх 3. Так. Ножки сейфовые. Пихает сейчас Бенджамин. Найс, хорошо. Наказал. Джампинг кроссап джампинг киком. Точнее, просто джампинг киком. Ну и, соответственно, конферн через дайв-кик. О, хорошо перебивает сейчас Бенж. Рвет бросок Дубасик. Аура. Бенджамин, похоже, совершенно отказался сейчас. Ой, паниш, паниш, паниш. Так вот, Бенджамин совершенно вроде как отказался от войны прожектаев. Потому что против Джейда это совершенно нелогично. Хорошо перебивает air-to-air Дубасик сейчас. Как прочитал он Бенджамина. И в углу еще оставил его. Так. Рэвен, ну, у меня ПК не тянет Mortal Kombat. Вот. Что я могу поделать? Надо видеокарту покупать новую. Хорошо. Оу, Quick Hop. Бросок. В угол? Да, в угол. И оверхед тут же. Сконфирмит через лоу. Трейд. На квик-хоп и начал нажимать Бенджамин. Но не сказать, чтоб очень удачно. Вот эти ножки все равно выбивает из прыжков очень хорошо. И из квик-хопа в том числе. 4-1. Так. Джейд как перс особо не умеет больше комбы делать. Кунлау, так Джейд изначально нацелена была на это. Как бы персонаж без особых комп. Без особых комп, но с сильным мидскрином. Думает, Бенджамин задумался при счете 4-1. Он думает, да, да ладно. Кабальца берет Бенджамин. Ну что ж. Ну что ж, кабал. Это неплохой контрпик против Джейд. Так. Такой бред эти ноги. Ну да, Netherrealm, что поделать. Бывает такое. Так.
Правда, что Саб-Зиро топ-тир? Топ-5 тир. Да. Хорошо. Набейтил, но вифанишил сейчас дубасик. А вот этот очень далеко достает. Вариация с отменами у Бенджамина сейчас. Паниш. Есть паниш от дубасика. Не выпускает из угла противника. Привет, Бекет. Так. Руки у Кабала не длинные. У него трюки длинные. Жмет в углу. Ой-ой-ой. Паниш. Бросочек. Оказывается, в углу дубасик. Можно прессить. Угу. Чип-дэмэдж. Да. Апперкот попытался получить крашенблоу сейчас Бенджамин для того, чтобы камбэкнулся, но нет. Кто топ-1 и топ-2? Ну, судя по всему, Герас. А, Герас, Соня, Рен Блэк, вот тебе топ-3. Угу. Так. Апперкот у Кабала, конечно, такой себе удовольствие. Хорошо, хорошо. Готов к этому прессингу дубасик, видно сразу. Угу, снова заряжает свою ауру и апперкот. Хорошо, Перри пихает. Паниш. Нет, не паниш был, ну ладно. Когда первый комбат пак будет, официальной информации нет. Ну что, контроль дистанции за счет палки зарешал в этом бою абсолютно. И счет 5-1. В пользу дубасика. Хороший контроль дистанции. Топ-1 Джейд, видно же. Топ-1... Топ-1 чего? Как бы, когда говоришь топ-1, надо уточнять. Ну, неплохо, неплохо. Держит дистанцию. О-о-о. Ну, Люкана взял. Бенджамин. Хм. Привет, Тамерлан. Тир листов. Да, смешная шутка. Спасибо. Ну что ж. Не, если серьезно, то Джейд достаточно сильна. Это не донный перс абсолютно. Ну что, это хороший сильняк. С Данилкой Бенджамин уже сыграл. Бенджамин тут же второй сет начал. Так. У Люкана есть свои ножки. Угу. И хороший апперкот, в отличие от Кабальца. Так. Угу. Не пихает последний удар Бенджамин, потому что знает, что сложно сбочится. Там дырка есть для этого. Хорошо, найс. Достает, почти достал сейчас палкой дубасик. Хм. Да. Промахнулся своим велосипедом. О, найс. Апперкот в крашенблоу и, блин, дроп. Эх, вперед два дропнул сейчас Бенджамин. Так дропнул. Это был бы хороший шанс для камбэка. Чип авойдит. Последнее дыхание осталось у Бенджамина. Один чип только. Все, больше ничего нет. Все, теперь и этого нет. Ой-ой-ой, да ладно. Но нет, чудо не случилось. Чудо не случилось. Еще и Бенджамин сам в угол зашел. Чей апперкот худший? Ну, я сомневаюсь на самом деле. Я сомневаюсь между Котолканом, апперкот Котолкана дерьмо полное, и, ну, пожалуй, у этой... У Кейси Кейдж хреновый еще апперкот очень. Так. Угу, хорошо, найс. Прессинг, прессинг от дубасика. Камбэк был близко, был. Надо было там зацепиться, видишь, Грифок, и потолблок пихнуть. Когда бы камбэк был, ай, отлично. Хороший бросок. В углу держит Бенджамин, но тут же с джебами встает. Ух, найс. Да, что-то как-то... Все, убивай, да. Хорошо сконфермил Бенджамин. Убил, свой шанс не потерял. Ну, очень длинная подножка у Джей, да, согласен. Согласен. Так.
Найс! Как хорошо сейчас набейтил бенч. Как хорошо набейтил. Заставил дубасика думать, что сейчас он кинет еще один проджектайл. И вместо этого Dragon Flying Kick на максимальной дистанции зашел и получил крашенблоу. Отлично. Ну что ж. Обманул. Оу. Так, ауру снова ставит дубасик. Среднюю и даже чуть дальше дистанцию держит Бенджамин. Так. Опускает блок. Ой-ой-ой. Еще крутилка. Да, хорошо сконфирмил дубасик. Отлично. Паниш. Паниш бросок. Фаталбло уже горит у дубасика. Вот он, фаталбло. И он забирает этот бой. 6-1. Ну что ж, это уже был очень близкий бой. Имел шанс Бенджамин, но... Счет 6-1. Так. Кого добавили в комбат пак? Да пусть добавят Найтвульфа уже, чтобы все были счастливы. Джей Трэпер после Сони. Добавляет. Так, 6-1. Бенджамин задумался. Бенджамин задумался. Короче, в Бенджамине просыпается мазохист. Он пишет в чатике, что... Ой, какая боль! Наконец-то я чувствую боль! Короче, он наконец-то встретил достойного противника, который рвет ему жопу, и он наслаждается этой болью. Мазохизм? БДСМ? Он, ребят, такой. Ну что ж, Лю Кэн, снова. Оу, найс, отличный паниш от Бенджамина. Так. Жесть. Какой прессинг. Ё-моё. Выберись, Лю Кэн. Не можешь. Хорошо, найс конфермы от Эртуэра. Оверхед заблокировал и наказал дубасик, да. Это ансейф с этими... О, хорошо присел. Это ансейф с этими... С этими нунчаками. Стой. Угу. Так, бросок. Дубасик рвет. Паниш. Ох, не достал дубасик, но там чипом можно дожать. Угу. Черканул за счет метра. Так. Привет, Магнум. Что Шаокан не дно, чем его садить? Шаокан Вислав, Шаокан, да. Донный персонаж. Да чем осадить? Господи, некоторые думают, что в Mortal Kombat 11 идеальный баланс. О чем ты говоришь? Всегда есть какие-то такие люди со странной логикой. Лучше с ними не связываться вообще. Ну что? Так, Перри. Перри делает дубасик и бросает его в угол Бенджамин. Хорошо, использует ролл, но дальше не продолжил дубас. Угу. Ножки. Оверхед. Ох, покрывает. Какую дистанцию покрывает этот оверхед? Last chance для Бенджамина. Угу. Так, еще бросок. Найс, убивает. Блин, можно было сконфермить фаталблоу. Ох, да ладно. Да ладно, все-таки зашел в этот фаталблоу, жесть какая. Ну что ж, камбэк. Камбэк от Бенджамина за счет потери фаталблоу. Это, конечно, раньше надо было делать, но тем не менее. Чем обосновать Магнум? Да чем обосновать? Пусть он обосновывает, почему Шаокан топ-тир. Почему ты должен обосновывать? Так. Хорошо, отлично, наказал сейчас Бенджамин. Среагировал, видите, реагирует на ауру при помощи Драго Флайн Кика. Угу. Так. Рандом. Жесть какая. Залетает ведь. Паниш, блин. Метр вливает Бенж. Он очень рискует. Бенджамин очень рисковую игру подключил. Так. Хорошо, найс конферм. Жмет в углу дубасик. Не сконферм, вот сейчас. Так. Отпускает Бенджамин блоки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Чип остался. На пикселе повисает Бенджамин. Ё-моё. Ну, понятно. Бенджамин попытался набейтить сейчас Дубасика на этот верх 3 или верх 2. На гитап атак. Вот, чтобы получить крашен блоу и вообще там очень много дэмэджа можно было снять. Но это единственное, на что здесь вообще стоило рассчитывать. Вот, но Дубасик-то опытный. Он не сделал гитап, сделал гитап ролл. 7-1. Но в крипте есть шанс, что добавят текстуры менять. Ну, не знаю. Это все такое предположение. Ну, на уровне... Ну, модель же есть, можно и добавить. Типа того. Не знаю, ребят. Модель Фуджина тоже в Mortal Kombat X была, но его не добавили. Там, не знаю, модель Рейна, Синдел тоже были, но их не добавили. Поэтому это же НРС. Какая тут может быть... Можно много рассуждать, но сказать наверняка сложно. Ну что ж, возвращается Бенджамин к... Хорошо, дайфик заходит. Кун Лао. Угу, есть бросок. И есть Вив Паниш от Дубасика. Хорошо, смотрите, как держит дистанцию Дубасик, чтобы этот мид промахнулся. Видите, и он наказывает тут же при помощи своей длиннющей палки. Все четко, все четко. Так. Ух. Какой верхет зашел. Угу, D1. Дайв-кика нет от Бенджамина. Непонятно, зачем он вверх 2 сжег на этот прожектайл. На флавый сбок. Видимо, на автомате уже делает. Угу, конферм. Ну, не знаю, хватит ли дэмэджа. Сейчас посмотрим. Нет, похоже, не хватит дэмэджа. Так, пиксель оставил. О-о-о-о! Нихера! Ё-моё, какой же, мать его, далеко достающий апперкот у Джейд. Просто какой же далеко достающий. Он самым кончиком диагональным достал. Просто жесть. Мало отпрыгивал, а все равно достало. Ой. Бросок в угол. Так. Зед шляпу заводил, пока Бенджамин нам полчаса заводится. Не панишь? Ох, Бенджамин. Зарефанишил почти, но там в контер не влетело. Так, хорошо. Телепортируется. Еще телепортируется, ё-моё. Так. Крутилка. Крутилка. Угу. Пальчиком так поманила Джейд. Это перри такой у нее. И сейчас оно сработало. И второй раз перри пихнул. Не побоялся. Дубасик и 8-1. Сильные стороны Sony. Отличные миксапы. Отличные проджектайлы. Отличный зонинг. Отличный дэмп. Сумасшедший дэмэдж. Просто сумасшедший дэмэдж. Ну и мобильность как плюс ко всему. Ну конечно жесть апперкот достает. Ну что ж, это не время для экспериментов, поэтому Бенджамин остается на Кун Лао. И комбы длинные. Ну тут, ну, Кун Лао, не то чтобы комбы длинные, а именно дэмэдж, что она снимает. То есть 40% вообще за 1 метр, ну за здрасте заходит. Просто за 1 метр 40% куда вообще. Так. Комба без метра 33 снимает. 30% снимает. Комба за 1 метр 40% снимает. Ну куда вообще такой дэмэдж годится? Так, хорошо. И отлично, Вив панишит сейчас Бенджамин. Хорошо, достал сейчас мидом. Короче... Так. Короче, Бенджамин включил... Ух, только хотел сказать, включил среднюю игру, но нет. Смотрите, жмет в углу. Ожидает гитапа, но тем не менее. Угу. Бросок рвет. И попал. Бенджамин. Это попадалово. В углу попадалово. Ё-моё, ножки, ножки, ножки. Паниш. Дайв-кик в блок сейчас зашел, но какой-то слабенький паниш от Дубасика. Однако позиция выиграна. Угу. Хорошо.
И бросок. Все, не уб... Нет, не убьет. Нет, убьет, убьет. Хватило этого. 14% ровно. Так. Хорош, слабый сбок был сейчас от дубасика. И тут же наказание. Ресет при помощи оверхеда. Любит ресеты дубасик, обратили внимание? Любит ресетить. Угу, хорошо. И бросок. Нет, рвет бросок. Обратили внимание вообще, как дубасик стабильно рвет броски? Ой-ой-ой-ой-ой, Перри сработала сейчас. Угу. Так. Не достать. Не достать. Слишком длинная палка. 9-1. Так. Что за турнир онлайн? Да, онлайн. Forever. Онлайн турнир 2 июня будет. Так. Где, блин, где такую палку раздобыть? Бенджамин в чате пишет, где такую палку раздобыть. Хочу такую палку. Такую же длинную, как у Джейд. Где регится? Там внизу твича ссылка есть. Ссылка есть на турнир. Там почитай все правила и регится через Дискорд. Со мной связывайся через Дискорд и регистрируйся. Угу. Ой, какой белый кунлаут, смотрите. Так. Не завив панишил сейчас дубасик, но тем не менее. Мист чеканул в блок. Д3. Угу. Хорошо. Жмет дубасик, жмет. Ой-ой-ой, рестенд. Оверхед, ресет оверхед. Погнали. Жесть, эта крутилка так достает, ребят. Паниш, блин! Это был хороший шанс для Бенджамина, он упустил его. Эх. И палка опять заходит. Да, навив паниш тоже прекрасно годится. Сетпоинт для дубаса. Да, тяжеловато. Бену. Найс. Хороший конферм. Еще и в крашен блоу зашло. Так. Снова палка. Ой-ой-ой. В панике. Бенджамин в панике. Как бы... Ох! И опять палка заходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Все. Это смерть. Нет. Еще не смерть. Но бросок за... И... Бруталити. Да. Пафосно заканчивает дубасик. 10-1, ребята. Разгром.